Югорчане разминировали православную церковь в зоне проведения специальной военной операции. Свято-Дмитриевский храм находится в центре поселка Верхнеторецкий Донецкой Народной Республики. Построенный в 1861 году, он пережил революцию, атеистические советские времена, немецкую оккупацию. Однако уже в наши дни он сильно пострадал от обстрелов вооруженных сил Украины. Когда поселок освобождали, здесь шли интенсивные бои. Стены храма повреждены разрывами снарядов и мин. Кирпичной кладке появились выбоины от осколков и пуль. Как сообщают в телеграм-канале «Югра солдату», сегодня местные жители наводят в церкви порядок и уже проводят богослужения. Но перед этим в здании поработали саперы батальона «Югра». Проверили наличие неразорвавшихся снарядов и неприятных сюрпризов от противника. Они, скорее всего, могут даже заминировать. То есть противники такую тактику используют. Первоочередная задача саперов – это прийти и убедиться, что здесь ничего нет, что здесь безопасно. Вот, данное здание было обследовано, полностью все было осмотрено. Вот, на данный момент здесь безопасно, это можно тоже с уверенностью сказать.